Всем привет! Во время замены крестовин нарисовалась такая вот картина. Левое колесо с внутренней стороны все мокрое, барабан тоже. Это говорит о том, что потек сальник полуоси. Сейчас буду разбирать и менять. Так что одно сделаешь, сыпется второе. Ну ничего, подремонтируется и будет как новое. Снял барабан, все в масле. Начал понемногу разбирать. Вот в таком вот печальном все состоянии. Все залито трансмиссионным маслом. Ну ничего, сейчас скину колодки. Потом через отверстие фланцы полуоси повыкручиваю болты, 4 штуки, и все, вытяну для замены сальника. Повычищал все. Подшипник менять не надо. Подшипник в хорошем состоянии, хотя я уже и купил. Сейчас сальничек поменяю. Еще промою жидкостью для очистки тормозной системы и собирать все обратно. Сальник взял силиконовый фирмы Seve, вроде бы рекламирует. Ну и также были подготовлены подшипники на полуось и кольцо, но не понадобилось. Сейчас сборка будет в обратной последовательности. Новый сальник на месте. Старый удалил. Был порван сальник старый. С каких он времен стоит, неизвестно. Сейчас помажу болты и буду все обратно собирать. Полуось поставил, колодки поставил. Сейчас осталось колодки и барабан промыть и все собирать дальше. Все, колесо на месте. Куча тряпок с мусором, с грязью. И последнее осталось — это сейчас залезть и долить масло. И на этом процесс замены сальника завершен практически.